Всем привет, друзья! С вами Малдер, мы продолжаем играть в Трайн 4. Что ж, по-прежнему мы продолжаем, опять же, преследовать Селия, мать его. Но он откуда-то что-то как-то очень-очень ловко от нас убегает. А тут волчары сразу же начинают нас атаковать. Блять, и паук здесь есть, ебаный рот. Ну хватит, хватит, хватит меня бить-то. Паук, 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 тихо-тихо. Паук, твою мать! Так, этот сдох. И... А, забили. Забили у нас этого самого. А может быть тебя вот так. Ох ты ж, блин. Блин, что такое, с метра не попал. Да хорош ты меня кидать говном со своим. Отлично. Ага, все у нас тут собрали. Собралось шипики внизу. Понтий тоже восстановился. Замечательно, продолжаем. Продолжаем наш путь. Путь, все тут просто и понятно. Ящик создаем, передвигаем вот сюда. А теперь берем Зойку. Хоп, круто. Замечательно. Вопрос у меня возникает. Ага. Давай, Зойка, блядь, ты че? Опа, секреточка, ты глянь-ка. Секреточка, мать ее. А как нам залезть? Не понял. Ты тут веревку не хочешь, ничего сделать. Может быть, есть смысл коробку построить. Смысл есть, кстати. Смысл. Смысл есть. Хорошо. Забираемся сюда. А теперь куда? А, здесь можем запрыгнуть. Не... Вот теперь что-то, блядь, я не понял. Надо коробку, наверное, уничтожить. И что будет? А, здесь зацепка есть. Твою же идти, точно. Письмо. Амадей, похоже, ты опять пропал. Вместо того, чтобы снова кого-то там спасать, ты бы лучше спас свою семью от безденежья. Плата за обучение тройняшек с каждым годом будет лишь расти, и мы не можем надеяться на чудо. Хорошенько подумай над этим, Маргарет. Не, Маргарет. Маргарет, Маргарет это жена Амадея. Ну-ка у нас, подождите, очко улучшения есть. Одно, а я хотел сделать вот эту приколюху. Быстрый стрелок. Но там требуется 2 очка. Так что давайте копить. Давайте подкопим немножко, совсем чуть-чуть. И сделаем Зойку просто настоящей машиной для убийства. Она и так-то может... люлей-то навалять кому угодно. А это просто будет даже не знаю, как надо. Терминатор просто воплоти. Берем ящик. Ящик, секунду. Ящик ставим, наверное, вот сюда, да? Будет проще и понятней. А еще один создадим. Его сюда вкрячиваем. Допрыгнешь? Допрыгнул, молодец. Если мы сражаемся с кошмарами Селия, то хорошо, что он боится лишь волков и пауков. Согласен. Представьте, если бы он боялся драконов, тогда мы вряд ли бы выбрались из этого сада. Или еще хуже. Формы без пирога, заплесневелая картошка. Давайте не будем об этом. Если принц и правда призывает свои кошмары, то не стоит подавать ему идеи. Может, нам повезет, и других чудовищ не появится. Да забавного наивный Амадей, конечно же, сильно ошибался. Наивный Амадей. Оба, я все 3 взял. Прекрасно. Тут что у нас? Какая-то кнопулька, точнее 3 кнопульки. Одна замерзла. Одна в нажатом положении. А коробки? Ну одну-то мы нажмем. А вторую? Бляха-муха, просто нажать надо было. Не фиксировать, а просто нажать. Ну это проще пареной репы. Вопрос. Вопрос, секундочку, а зачем? Зачем здесь зацепка сделана? Следующий вопрос, как до него добраться? Здесь я не допрыгну? Ну-ка, меня что-то прям это заинтересовало. А если мы вот так сделаем? Зойкой зацепляемся сюда. Не, она, наверное, не... Ты сюда запрыгнул? Как ты это сделала? Да хватит ты, блядь, так делать. Охуеть, блядь. Стой, как нам ее
Стоп, а если мы Амадеем немного подвинем? Блин, уже не это самое. А, во, твою ж мать, тут тоже шипы-то есть. Я что-то шипы-то здесь и не заметил. Ну, погнали наверх. Ну, действительно, там же секретик есть. Ну, тут все очевидно. Все просто очевидно. Цепляем сюда, сюда. Ох ты ж, ё-пресоте. А там сундук. Для каждого замка есть ключ. Вы нашли новую часть. Дверь. Коллекции собраны. Это разблокирую новый ключ. Он скрыт на экране главного меню. А что мы этим разблокируем? Я что-то и не знаю как-то. Следующий навык — рывок. А, смотрите-ка. Подожди. Те. Следующий — лук и стрелы. Следующий навык — рывок. Это вот эти умения... За какие-то другие очки, что ли, у нас открываются. Как я понял. Да ведь? Да, они открываются за... Следующий навык откроется за 870. А 870 чего? Вот этих вот, опять же, каплюшек, которые мы собираем. Возможно... Возможно, то есть у нас открывается, по сути, за очки прокачки, только вот кругленькие. Надо не забыть, что мы там, что мы там разблочили. Вопрос. А, здесь вот так можно сделать. В меню там сказано, что-то мы там разблокировали. Надо будет посмотреть обязательно. А что у тебя такое? А, у тебя это так, лук светится. Там наверху что-нибудь есть, интересно? Нет, там нихера. Так, я ждал этого. Я ждах, ты ж, блядина. Хватит меня жрать-то, блин. Слушайте, у него меч, бляха, муха, щит пропадает. Смотри, они уничтожают. Здоровый какой-то, блядь. Ничего себе ты, дядя. Сдавили. Забили, суки. А я не попадаю. А я с Зойкой не попадаю по этому херу. Да ну хорош ты чё. Замерз на работе, блядь. Не надо, не надо, не надо тут так выебываться. Видали мы таких. Блин, долго, конечно, ебошь ты его так. Попали. О, не, ничего, ничего, выживем, выживем. Отлично. Отлично. Здесь, может, какая-то еще секреточка есть, нет? Нет. Нет, нет, нет. Тут надо что-то... Да куда ты, блядь, коробку-то создал? Что-то Зойка надо сделать. Наверное, как-то перебросить, что ли? Да? Не понял. Как-то зацепить-то мы можем или нет? А, погоди. Секунду, коробку-то надо создать. Сейчас мы вот так вот сделаем. Коробка тут-то не пролезет, правильно? Да не, она может подтягивать. Только я не понимаю, в какие-то моменты может, в какие-то не может. Вот тут может. Я две веревки теперь создал, что ли? Слушай, я могу две веревки создавать? Это... Да ведь? Стихийный стрел... Нет, не могу. Но у меня же, смотрите, у меня же две веревки сейчас создалось. Может, это временные какие? Ну-ка, дай попробую. Да нет. Странно. Ну ладно. Ворота замка. Наконец-то мы вышли из сада. Так вот, куда направлялся наш принц. Мы найдем его среди руин. Принц, принц. Наконец-то, выбравшись из тернистого сада, наши герои обнаружили то, что ранее было величественным замком.
Но теперь над его былым величием нависали темные тучи, и кошмары принца поджидали за каждым углом. А что, базарить-то ничего не будет? Очки улучшения. Да я знаю, что у нас есть очки улучшения. Ладно, пойдемте в замок. Оу, кто-то оставил записку. Вы видели нашу кошку Вафлю? Она сбежала, испугавшись огня. Если найдете ее, пожалуйста, позаботьтесь о ней. Ну, а если найдете нашего сына-пироманьяка, пожалуйста, верните его в Астральную Академию. Кошка такая странная. То ли лисица, блядь, то ли куница. Все что угодно, только не кошка. Ладно, тогда продолжаем движение, продолжаем путь. Замок-то, судя по всему, был красивый раньше. Взгляните на портрет. Там юный Селий. Так это был его дом. Кто-то порезал изображение его братьев. Кто-то порезал. Там не то, что порезали, там разорвали практически. Что тут надо делать? Надо посмотреть, как ты насели, нет? Ох, твою же мать! Так, волк. Бляха, эти твою мать, эти уже со стрелами какие-то. Так, ты со стрелами. Да, у меня тоже стрелы есть, между прочим. Покруче твоих. Странная кристальная стена. Как любопытно. Вряд ли это совпадение, что у кошмаров такой же цвет. Странная кристальная стена. Нам надо туда пройти. Понтию теперь доступен рывок. Врежьтесь в тяжелый предмет, чтобы запустить его в кристальную стену. А, вот что, рывок, на-на. А рывок мы сделали только что, как я понимаю, да? Рывок. Подожди, что-то я, блядь, вот эту хуйню никак не пойму. Как вот это, что вот за 180-350? Что это тут имеется в виду? А, следующий... Это просто навык или следующий навык? Сотворение шара. Но сотворение шара это у нас откроется у Гэндальфа. Ну ладно. Тут, видимо, может по сюжету просто открывается как-то. Хер знает, не пойму. Понтий, твой выход. Ничего себе, блядь, у тебя рывок-то, блядь. Твой выход снова. Там что-то открывается. Секунду. Как это нам открыть-то? Открыть и закрепить. Ай, блядь, не успел. Открыть и закрепить мы можем с помощью ящичка. Создаем ящик. Кидаем его тут. Так, Зойка. Куда ты, блядь, поехала? Нет, так просто не уедешь. Водопроводные трубы совсем сломаны. Что делает наше путешествие чуточку сложнее. Значит, придется немного промочить ноги. Всего-то. А, ты стрелять в воде не умеешь, соответственно, да? Промочить ноги. Ну-ка, погнали. Используйте ледяные средства, чтобы создать ледяной плот. Да я понял про ледяной плот-то. Ледяной плот. А ну-ка. А, то есть вот так можно, просто и без каких-либо заебов. Ну-ка мы сюда вот сейчас запрыгнем. Сюда-то мы запрыгнули, а зачем? Не понял. А, стоп, я понял зачем. Нам, ой, блин. Нам надо, что ты делаешь? Нам коробку надо вот эту взять.
Не коробку, а этот камень столкнуть как-то. А как это сделать? Ты цепляться за него не можешь, как я понимаю, да? А если мы херанем веревку... А, все ясно. Все ясно, все понятно. Сначала сюда. Вох, тут сколько их много. А, тут какие-то эти там грибы ведь растут. Грибочки. Подожди, а здесь за фонтаном может что-нибудь есть? Ну, не за фонтаном, а за этим. За... Какого, господи, водопадом. Вот нет, за водопадом нет ничего. Давай-ка, херач, есть. Может, его с собой... А, с собой-то он уже больше не проталкивается. Ну, ладно. Тут что, воду надо как-то куда-то направить, да? Да что ж ты будешь делать? Вода так странно, такие капли здоровые. Блин, понятно. Что? А, я вообще думал, нихера себе, как так-то? Через коробку не течет вода. Вот так сейчас сделаем, да и все. Отлично. Отлично, тут что-то много всего. Блять, грибы эти синего цвета еще странные. Совершите рывок через яму. Да ладно, и так можно тоже. Не, ну, понятно, блядь. Рывок очень хорошая вещь, на самом деле. Вы можете совершать рывок во время прыжка, совершите рывок в воздухе, чтобы перепрыгнуть яму. Да ты что, блядь. Точно, гляди-ка, нам надо ящик создать для начала. Создать или поднять? Ну, уж поднять, наверное. Так. Создали. И... Ой, блин, рывок ты не туда совершил. В другую сторону рывок совершил. А вот тут что есть? Что-то есть там наверху, да? Правильно? Да посмотрим. Там такое ощущение, как будто... Ты сюда не... Да там точно он есть, ёпта мать. Там эта самая хрень. Слушай, у меня глюк или где-то... Кошка кричала. Мяукала. Не? Да вот. Не, ну это явно не у меня дома. Слушай, вот это у меня не вообще козырное. О-о-о. Все правильно. Скорее всего, где-то это не у меня в голове тоже. Думаю, замок видывал лучшие времена. Согласен. Он явно заброшен. Зачем же принц пришел сюда? Да, блядь, эта кошка кричит в игре. Мы же объявление там не зря же читали, правильно? Да, блядь, ты что, ты действительно кошка ведь кричит. Не глюки же у меня. А где она? Что ты, блядь, коробка ездит? Как ты? Так, а, коробка-то на чем-то она, он стоит, походу, да? Вон она что. Угу. А мы все равно сюда ведь не залезем, да? Да, нам особо-то не надо. Мы сейчас еще одну коробку сделаем. Там где-то кричит кошка. Скорее всего, ее надо спасти. Ну, может, по сюжету так задумано, может, нет. Так, это ты будешь так постоянно теперь дергаться? Да, вон там наверху, подождите. Вот она где-то слева. Шумела. В смысле, кричала? Да, там шипы, что ли, были? Я их... Я за шипы зацепился. Подожди, а если мы коробку сделаем, так не запрыгнем? Вот сюда. Нет, не запрыгнем. Тогда есть варик, может быть, Зойкой зацепимся? Бляха-муха.
Ну-ка, подождите, как-то надо нам наверх пролезть. А как? Может, застопорить эти два ящика? Меж собой имеется в виду? Блять, вот это я застопорил. А, не, я не так хотел сделать. Что ты? Зойка, тихо. Нет. Не, нихера не получается. Почему? А, погоди, а если мы понтия возьмем? Твою ж мать. Угу, тут надо вот этот шар бросить. А может, это по сюжету тут так запутано? Задумано. Это же не какая-то секретная зона, правильно? Ой, блядь, чуть не убило. Чуть не грохнули меня. Стоять, тут шар. Правильно? Он разобьет так, нет? Нет, тут надо исключительно... Это ж какая тут... Это ж что-то трамплин, что ли, какой сделать можно? Нет, подождите, вот эта херь, она, наверное, поднимается. И сделай, получится как трамплин. Ну-ка, стой. Подожди. Да, она поднимается, смотрите. А как ее поднять-то? Она с помощью магии не поднимается, а как? С помощью шара? Давайте попробуем. Нет. А, вот. Так, а если я шар? Мне надо шар-то. Как бы, ну-ка, подожди секунду. Давай, поворачивайся. Сюда ставим. Ты коробку-то не сможешь ведь так метнуть? Нет. Коробка это не то. Так стой, а чё я мозги-то его? Потому что я мозгоёб. Это всем давно известно. Вот, шар-то нам зачем? Мы сейчас коробку вот туда засунем, да и все. Правильно? Во. Куда ты погнал? Давай, во! Разбили. А еще раз ее туда. Это типа секреточка здесь была. Меня больше интересует прикол с кошкой. Где кошка? Она мяучила где-то там. Угу. Тогда. Да, блять, как тебя переключить-то? Ну, это самое. Что такое, Гэндальф? Переключи. Во. Ёх, то я еще не даю. Я туда не напрыгиваю ни хера. Тогда сюда идем. Попали по мне, что ли? Как так? По волку прям пошел. Что такое? Еще нет, не ебнули. Даже в таком состоянии замок выглядит богато. Жаль, что все ценное уже вынесли. Должно быть, в свое время это был роскошный дворец. Забавно, что мы всегда находим лишь разрушенные замки. Да, в следующий раз предлагаю ворваться, то есть исследовать еще не заброшенный замок. Вот же кошка-то ходит. Киса. Это же она мяукает-то, правильно?
А как ее взять-то? Ну, в смысле, с собой. Там же награду за нее дадут. Во, очки улучшения, 2. Ну-ка, давай-ка, Зойка. Сейчас мы тебе скорострелку сделаем прям. Быстрый стрелок. Самый быстрый стрелок на Диком Западе. Давай посмотрим. Я что-то не сказал бы, что уж намного быстрее стало. Вода. Нам надо воду куда-то направить. А куда? Не понял. А может ее заморозить просто? Стоп, здесь есть какая-то хренотень. Нам надо подвинуть вот эту платформу. А как? Каким образом? Стой, Зойка, а ты можешь воду вообще заморозить, в принципе? Нет, не можешь. Что-то я вот это не пойму, как сделать. Секунду. Может, коробочку мы сделаем? Допустим, вот так. Ага. Я туда не могу. А ну-ка, давай-то подвинь-ка ее. Особо это нам не помогло, да? А там у нас чего есть? Тут есть шар. Может быть, шар взять еще с того? А, я его не возьму. Шар не возьму. А как же тут быть-то? Не понял. Надо передвинуть, короче, вот эту вот хренотень. Вождь огненный. С помощью щита можно менять направление воды. С помощью щита можно менять направление воды, да? А, ох, нихера себе. Во! А что нам это дало? Ну, закрутилась кулька. Ну, дверь откроется хоть какая-нибудь. Закрутилось колесо. А, во-во-во, погоди. Нам надо туда, наверное, его на... Куда, блядь? Не? Не прокатывает? Нет, нам надо на верхний как-то его... На верхнее колесо как-то направить. Здесь я не запрыгну? Нет. А еще заморозим, точно. Блин, заморозим. Ай-яй-яй. Во, сейчас мы его заморозили. Она же сейчас не двигаться не будет, правильно? И щитом. Куда вот мы тут ее направили? Ну, мы ее в канашку направили. В канализацию какую-то. Погоди-ка. Во, вот так, наверное, проканает, нет? Во, проканало, смотри-ка. Тут нет у нас наверху ничего, никакой местности. Книга. Тихо. Блядь, того вот лучника бы забить. Слушай, волки-то, блядь. Ой, о, забили. Да Зойку бери, Зойку бери, ты чё? Так, один есть. Кусанул. Вот скотина какая. Отлично. Отлично. А, во! Я боюсь обучать Целия магии, пока его психическое состояние не улучшится. Он чересчур пуглив и слишком впечатлительный к плодам своей фантазии. И совершенно не помогает то, что его братья подкладывают пауков в его постель. Или то, что его выставляют на улицу, запугивая рассказами про волков, обитающих в пустоши. Ну все, вот он их и боится. Так вот, я понял, что за...
вот эти звездочки нам дают за врагов. То есть, значит, сейчас 200 звезд. И откроется навык. До следующего навыка 350. У нас сейчас 200. Всего 870. Вот и разобрались, что да как. Сели, сами запугали. Вот получите, распишитесь, как говорится. Тут что-то надо притянуть, как я понимаю. Вот, и хули. Наверное, пере... Да ладно, хорош, ты чё? А чё я туплю-то? Ну сейчас... Ух ты ж, твою мать, это было рискованно. Это было рискованно. Как нам туда залезть? Залезть туда мы можем. Огненную берем. Попаду? Нет, конечно же. Сама стрела вот вроде бы побыстрее стала лететь. А вот перезарядка-то хер знает. Вроде... Да твою мать, Зойка! Вот, наконец-то. Тут что надо сделать? Иди-ка сюда. Иди, иди, иди. Иди сюда. Куда ты, блядь? Вот. Сюда мы сейчас запрыгнем. Угу. Вон кошка-то опять сидит. Может ее заморозить? Нет. Ой, я ее чуть не... Я чуть не сжег, блядь. А не заморозил. Кошка. Надо как-то нам влево попасть. Влево попасть достаточно, наверное, просто будет. Коробочку строим. Сюда, сюда и... И сюда. Здесь еще какой-то фокус с водой. Фокус, там сундук, слушайте. Фокус с водой. Как нам его решить? Заморозить, правильно? Правильно. Что мы сделали? Не знаю. Не знаю, что мы... Там открыто, что ли, было, хотите сказать? А, нет, не открыто. А если мы, допустим, вот так сделаем... Блин, не огненный. Господи, блядь, все перебрал. Если мы, допустим, вот так сделаем. А потом вот так. А, не получится. Не понял. Давайте подумаем. Немного. А как же нам быть? А если, допустим, я сделаю вот эту хуйню? А, здесь она стоять не будет. Соответственно, она нам не нужна. Зойка. Не, ну есть вариант как-то стрельнуть и быстро прошмыгнуть этим самым понти. Ну, туда не простреливаются. Стрелы не попадут никак. А, подожди. Ёбаный рот. Стоять. Допустим. Не ко мне. Не про канала. Не про канала. А как же быть-то? Здесь явно что-то связано вот с этим вот попаданием. Так, ну да. Нет, что-то это как-то, блядь, не то мы делаем. Что-то делаем не то, а что? Вода постоянно льется на колесо.
Может быть, вот эту дверь-то нам надо вышибить? Они... Да, да что ж ты, блядь, я кнопки-то начал путать? Допустим, нижнюю. Нижняя замерзла. Нет, тут... Бля, хер знает. Ну ладно, нижняя замерзла, допустим. А, о, момент. А у меня они две? Да, что со второй-то случилось? Вторая перестала... А, да, как-то, блядь... А вторая что, перестала двигаться, типа того? Почему? Во, задвигалась. Задвигалась. Подожди, блядь, что-то тут... Какой-то алгоритм, что ли, есть? Ну, допустим, сюда. Допустим, сюда. У нас опустилось... То есть у нас сейчас обе опущены, да? Сейчас поднялась верхняя. Бляха-муха, ты глянь. Какой-то алгоритм, значит, есть у дверей. Куда ты, блядь, не туда мне засовала? Во! Обалдеть! Потрясающая книга. Я обожал ее в школе. Волшебная энциклопедия ящиков. Блять, кошка задолбала кричать. Я все время думал, что это мой кот орет. Здесь у нас чего происходит? Здесь у нас надо водичку как-то направить, а как? Как-то надо. Стоп, ящик, может быть, надо взять? Блять, да не этот. Ну, убери его, хуя. Вот этот ящик. А, он не пролезет. Куда ты, блять? Эх ты, я ж сам сейчас скинул. Охереть, блять. Охренеть просто. Так. Ящик. Ящик, ящик, ящик. Куда мы можем ящик повесить? Надо что-то заморозить, может? Нет, тут кусок веревки или цепь. Нет, это веревка, наверное, какая-нибудь. Может быть, понтия? Так, понтия мы переместились. Как нам теперь воду подать? А все просто. А все просто. Сейчас мы делаем коробку Гэндальфом. Блять, куда ты, Зойка? Что ты нахуй напугала? Делаем Гэндальфом коробку. Ставим. Так. Зойкой стреляем, цепляем. Надо разморозить эту ебань. Что? А что, стрела потухла через воду проходит? Нет. И берем тогда вот этого понтия нашего. Неожиданно. Неожиданно. А как быть? Я веревку-то не... Я коробку-то не могу еще одну построить. Коробку не могу построить. Может, как-то вот так прыгать? О, сейчас, может, заработает, не? Не канает. Давай, крутись. Не, что-то не работает ни хера. Блять, что за загадки с водой с этой пошли? Стой ты ровно. Не по...
А если мы... Если мы возьмем... Тихо, не трясись. Тут-то повыше станет, правильно? Ну-ка. Во! Есть, получилось. Сохраняшка прошла. Сохраняшка. Давайте, да, сегодня остановимся. Да, такие загадочки пошли. Не сказать, что сложные, конечно. Все решаемое достаточно быстро. Но все-таки... сложнее, чем были до этого. С вами был Малдер. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч и всем пока.